Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть Черепашки-ниндзя-легенды. Я смотрю, меня скинули, наверное, до лиги самураев. Одна звезда. Одна вшивая звезда на лиге самураев. Пипец, ребят. Нет, ну, давай по чесноку. Давай так скажем, что, грубо говоря, я не играл. Сколько получается? Вот как мы с тобой буст сделали в понедельник. Все. Больше я не играл, поэтому, наверное, удивляться это будет, наверное, с моей стороны слишком борзо. Потому что я сам виноват. Я сам виноват в том, что, друзья мои, столько времени не играл. А почему? Объясняю. Во-первых, YouTube тормозил. Во-вторых, у меня настроения не было. А в-третьих, ребята, я не знаю. Тут вообще какая-то полная... Ну что там? Закрой окно. Полная хиромантия, ребята. Творится непонятно, что вообще. Видосы не загружаются. Вот сижу пока на Яндекс.Дзене, друзья мои, пока там. Пока там выкладываю видосы, и как только возможность появляется, ну, какие-то проблески у Ютуба бывают иногда периодически, я закидываю эти видосики на Ютубчик. Так что, как-то так, ребята. В Телеграм-канале я не хочу ничего создавать. И правильно сказали, если какой-то тебе не нравится вариант, типа как Рутуб и тому подобное, то лучше и не выставляй. Как говорится... Не хочешь, не мучай. Вот так вот. Это чтоб без ругательств. Так что, ребятушки, будем как-то вот так пока дрынкать. Или вообще полностью. Ну я, ребят, если полностью переходить на стримы, грубо говоря, вот как я вот в такие малышки, вот в такие маленькие коротенькие игрушечки. Да и кому они вообще на стримах нужны, согласись. На стримах, это если только какую-то глобальную игру брать и ее проходить. Сегодня прошел, ребята, конскрипт с очень плохой, ну как, не прям с охрененно плохой, но, наверное, одна из худших концовок. Для того, чтобы сделать хорошую концовку, друзья мои, там надо изначально все правильно делать, помогать, не сбегать... Когда тебя просят атаковать. Ну, в общем, там свои нюансы. Я думаю, что многие, наверное, поймут, когда посмотрят. Вот. Пытался я на еще там одну концовку. Ну, думал, что если я быстренько там все это сделаю, как-то поможет мне. Нет, ничего мне не помогло. От слова совсем. Концовка, она есть концовка. А перепроходить заново игру, ребят, с самого начала без ошибок. Ну, это такое себе удовольствие. Дорогое для меня и по времени вообще. Так, ну что, давай бомбить. Так, ну зато я скажу одно. Вот мы с одной игрой разобрались, да? А теперь надо будет допройти мне остров лунного камня. Я так думаю. Потом уже приступать к Оги. У нас он не пройден. И также у меня не пройден про рестлеров игра. Мы ее начали, одну серию сделали. Надо будет тоже ее пройти. Вот. Там на самом деле дофига чего надо пройти. Но в данный момент пока вот такие вот у меня планы. Так, 42 уровень, да, у нас. Раз, два, три, четыре. Давай, наверное, возьму здесь Шархана. Блин, ну... До Лиги Самураев одной звезды, конечно, это круто. Меня скинули. Сегодня бы, конечно, не помешало бы дойти до Лиги Мастеров 3 звезды. А губежки-то ты, Рэй, нифига себе раскатал. До Лиги Мастеров 3 звезды. Дай бог до Лиги Сёгунов добраться до Лиги Мастеров 3 звезды. Ничего себе. Да, друзья мои, я понимаю, конечно, что до хрена чего хочется. Но тут уж я что-то вообще палку перегнул. Мастеров 3 звезды. Это самураев-то одной звезды. Он решил прыгнуть. Да. Такого лучше, ребята, в бане не сказать. Иначе тазиками закидают. Точно тебе говорю. Так, ну что, у нас 43, 45, 46 уровни. А мы с тобой до сих пор на 57 качаемся. Но ничего страшного. Давай возьмем Паукуса. Он будет у нас 70 уровня. Я думаю, что ему-то это как раз будет и по плечу. Он тем более хочет первым. Так, ну, в принципе,
Так, давай-ка я, наверное, Кирби здесь уберу. Так, тут, наверное, бросим с тобой гранаты. В плане, не понял. Это что за борт здесь было сейчас только что? И отсюда. Еще лезет ко мне, прикинь. Даже без инвиза. Он, по-моему, в инвиз даже не входил идет. Так, ну что? Я так хотел сказать, сейчас перейдем. Ага, с 39 на 21. Не тут-то был. Блин, окно закрыл. Жара теперь, духота. Окно открой, шумиха, горлопанство. Не знаю, ребят, что и делать. Я, наверное, открою. Но я открою не полностью. Я как-то щелочку сделаю. Для вентиляции, грубо говоря. О, так вот хорошо. О, свежий ветер по спине побежал. Так, ну что, давай сделаем волну. В принципе, волны и хватило. Ой, хороший чай. Душевный. Так, какая позиция у нас? Вторая. Вторая позиция, блин, забыл, ребята. Думаю, что я забыл сделать. У меня сегодня просто на зоне отменился заказ. Вот. И мне надо будет его перезаказать. Поэтому я сейчас 5-секундную, ребята, паузу сделаю. Ну, вы-то ее не почувствуете. Просто как бы к слову это говорю. Так, что у нас там? Да пропусти ты это все. Ну что же, Лига Самураев, 3 звезды. Так, ну что, друзья мои, погнали далее. Так, 14-18. Ну, в принципе, нормально. 14-18 пойдет. Раз, два, три, четыре. Подожди. Четыре. Ну, давай, наверное, возьмем. Вот, караечка. Семидесятничка как раз пощекотать им своими кунаями их подбрюшье. Я думаю, это будет здорово. Ну-ка. Ну, все-таки одного вальнули. Так, надо Кирби брать в расчет. Пич. Так, а если мы вот, например, с гранатомета. Нормалек. А вот этот в инвиз ушел. В тот раз почему-то он не стал уходить, а здесь ушел. Когда причем один остается, да? Он остался один, уходит в инвиз. Лучше не придумаешь. Ну, нам-то плевать. Нам главное его распетрушить и все. Так, 67 место. Выбираем. Ну, 15-19 это однозначно, друзья мои. Я возьму Рафаэля и... Да я думаю, одного Рафаэля здесь будет за глаза и за уши. Потому что он сейчас свое... Вот это все недовольство возьмет и выплеснет на них. И, в принципе, они должны упасть. Видишь, о чем и речь. Блин, я уже 100 лет, ребята, в Драконы Всадники Олуха не играл. Ух, и в Tower Conquest. И в ХКР. Да, надо как-то... Как-то бы надо бы поиграть, а вот как? Завтра не получится, завтра целый день буду с малышом сидеть. Попросила там знакомая одна посидеть с ребенком, пока она будет на работе. Поэтому, как говорится, с 10 утра и до 7 вечера меня не будет. А там уже, ребята, и спать пора, когда приду, потому что на работу в следующий день с утра. Выходные, конечно, пролетели. Но вчера, например, пришел со смены. Утром. На тренировку сходил, вырубился поспать. Проспал весь день. Посидел до 2 ночи. Силой заставил себе лечь спать. Опять сходил на тренировку. И все. Вот после этого... Блин, сегодня прикол, ребята. Поставил, пришел с тренировки, купил там курицу, поставил ее вариться. И сел играть в конскрипт. И без задней мысли сижу, играю, что-то такое, ну, прошел игру, короче, думаю, блин, пойду-ка чайку налью. Дверь открываю. Дымище. Дымище. Я, ё-моё. Курицу, которую я поставил, я забыл, ребята, это, проследить за ней. Вода выкипела, и курица начала гореть. Ну, как гореть, начала там киснуть.
дымище, ё-моё, все окна, форточки пооткрывал, блин, все выветривать. Ну, благо, как сказать, не пропахла квартира. Ну, грубо говоря, вот еще бы полчасика, и думаю, что намного все хуже было бы. Угарный бы уже газ такой был, знаешь, этот. А тут, как бы, чисто вот когда уже начинает подгорать еда, такой дымок. Так что вот не надо забывать об этих вещах. Да фиг ли за этими играми, ну вы сами знаете, да? Только сядешь, что-нибудь посидишь, думаешь, на 5 минуточек. А эти 5 минуточек, они уходят в час, в 2, в 3. А я еще специально медленно, ребята, огонь поставил. На медленном огне. Да хорошо, кстати, тоже, что медленный огонь был. Был бы, наверное, помощнее. Я не знаю, что там. Выгорело бы все, все, что можно. Думал, сковородки будет, ой, кастрюли, думал, хана будет. Нет, слава богу, антипригарка эта не отвалилась. Там, ну, покрытие такое, которое не дает пригорать пищи, короче, ко дну, к стенкам, короче. Вот, я думал, что оно поплавится. Нет, слава богу, все нормально, помыл сковородочку. Почему сковородку? Кастрюлю, кастрюлю. Вот, все хорошо, вроде обошлось. Так, ну что, давай вжухиваем. Так, у нас персонажа-то мало. Я думаю, что мы, наверное, все-таки до Лиги Сёгунов сегодня как-то не доберемся. Хотя нет, уже добрались. Но ведь это только одна звезда. Нам надо бы три. Что с трудом верится. Не получится, ребята, уже персонажей мало. Твою налево, а. Завтра я не смогу, а послезавтра этого у нас уже рабочий график, рабочая смена. Так, у нас сегодня пятница, да, получается? Пятница, суббота, воскресенье. Блин, фигня получается. Буста на этой неделе, на следующей не будет, ребят, потому что я буду работать с утра, получается. Что на этой неделе у нас как-то не вышло, что на той... Давно не заходил, да, я знаю, там ребята комментарии пишут, что Рэй, заходи в этот. Сезон закончился. В растение против зомби-герой. Да, ребят, за сезон кончился. И я даже, ребят, за кадром не играл, если честно, поэтому я там, наверное, на ранг 10 попаду. Нет, ну можно, в принципе, зайти глянуть, что там. Ну я там вряд ли получу, конечно, паки. Вот, потому что паки, по-моему, даются за третье и за четвертое место. А за второе, подожди, за третье и четвертое, это получается, за первое и второе не даются. Вот. Там надо быть в высшей лиге. Тогда, да, тогда тебе что-нибудь перепадет. А так, подожди, давай-ка, наверное, вот так вот сделаем с тобой. А так ничего там светит. Но, тем не менее, надо зайти, глянуть, посмотреть, поиграть, в конце концов, освежить свою память. Давно не был, на самом деле. Соскучился. Честно скажу, соскучился. Я бы вот в Marvel Snap, ребята, но я не могу зайти под своим аккаунтом. Он выдает мне какой-то левый старый аккаунт, а под своим, под другим, под новым, который вот мы с тобой играли, нет, не хочет заходить, и все, и хоть тут отресни. Даже не знаю, что и делать. Так, ну что, ребят, последний у нас бой, то есть последний персонаж — это у нас маузеры. Сейчас мы звезданем. А их, я думаю, в принципе, одних и хватит, чтобы тут размотать всех. Вот. Хобана. Так, шикарно. Просто шикардос. Ну что, с ареной на сегодня, ребята, все. Лига Сёгунов, одна звезда, блин. Одну ступеньку всего лишь. Одну ступенечку, молодец, Рэй. Погнали. Так, у нас там что? Странно. Даже никого не дали. Так, серия испытаний. Ну что же, вперед из песни. Серию испытаний мы пройдем, ребят, на автобое, наверное, я думаю. Никто не будет возражать. Так вот я сделаю. Вот. Сейчас мои ребятушки тут справятся. Надеюсь, ой-ой-ой-ой-ой. Подожди. Какого лешего, блин, у меня маузеры-то калеки, а я не посмотрел.
пара СТ. Вот это да, вот это Велсон, блин. И у меня хила здесь нету ни одного, прикинь. Оу. Ну-ка. Так, погоди, 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 ребята. Смотри, а. Так, этот хочет, да? Давай, наверное, тройным. Давай тройным. Чтобы уже наверняка. Крысы, в бой. Вот это да. Вот это я бы сейчас, конечно, здоровски мог, ребята, встать. Нет, я, конечно, мог бы просто отключить игру, выйти и зайти. У меня бы ничего бы, ребята, не было бы. То есть я бы не потерял бы ничего. Но я хочу, чтобы все было по чесноку. Так, сразиться в... Ну что, пойдем сражаться в бой. Я хочу делать нам. Потом. Так, значит, Леонардо у нас получает уровень 89-й. А наш мутагеноид получает... Так, нам нужно 10 ящиков с инструментами найти. Так, один есть. Мы нашли с тобой второй. Так, третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Нам 10, да, нужно? Шестой. Седьмой. Седьмой. Восьмой. Девятый и последний. Давай ящик сюда. Все, ребята, 10 ящиков с инструментами мы нашли. Прокачиваем здесь до 6 ступени. И переходим сюда. Так, 4 геймпада. Раз. Так, второй. Второй. Ну, я жду. Третий и последний нам нужен. Есть. Так, 4 геймпада нашли. Блин, 10 номеров надо. Автомобильных. Так, один, второй. У нас там что по пицце? О, все, ребят. Пицца-йок. Пицца-йок. Забираем с тобой здесь награду. Подожди, подожди, а у нас в поединках... Ну да, да, ребята. Пошли в платинку. Ага, пицца есть, все. Точнее, не пицца, а сыр. Я думаю, нормально будет. А если я, например, поставлю автобой? Пока, ребята, у меня тут автобой рулит, я хотя бы заказик, грубо говоря, тут перезакажу. Да надо тут еще кое-что сделать. Так, ладно, все это сделаем потом. Подожди, подожди, подожди. Так, ну что, справляется? Справляются они пока у меня здесь. Ну что, будем сейчас, наверное, ролить. Попытаться, ребят. Попытаться выудить нам эксперт снаряжение. Так, снаряжение союзники даст. Вот, ага. Хорошо. Так, поехали тогда здесь. Также, ребята, на автобой. Также на автобой поставим, пока они там будут бомбить.
Так. Ну что там этого? Бомбануть что ли не можете? Давай, 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 давай этого. Тройным. Ну что, этого не могли же... Вот. Так, это получается последняя волна. Я думаю, справиться тут без меня. Я пока что-то тут все... Ребята, в этом не могу нифига разобраться. Где что, куда что отказались. Какие суммы, поймешь. Сколько стоил. Непонятно. Так. августа аж. Если я сейчас закажу аж 20 августа, блин. Так, а какое сегодня число у нас, ребята? 16, через 4 дня. В принципе, я сейчас закажу. Так, мы добиваем, ребята, весь наш сыр. Все. Все, больше у нас ничегошеньки здесь не осталось. К сожалению. Ну что, Лига Всеугунов, ребята. Одна звезда, ранг 43. Если завтра успею вечером поиграть, мне бы хотелось, конечно, добраться до Лиги Мастеров уже хотя бы 2 звезды. Или же я попробую чуть позже, ночью где-нибудь поиграть. Может быть, немножко здесь продвинусь. Ну что, друзья мои, на сегодня будем закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.